Вице-премьер правительства России Мурат Хуснуллин доложил об открытии в Брянске дороги дамбы президенту страны Владимиру Путину. Речь о значимом для нашего региона событии шла на совещании Владимира Путина с правительством страны и руководством «Единой России». В докладе президенту Мурат Хуснуллин отметил, что в этом году большое внимание уделяется развитию регионов, особенно строительной отрасли. Речь шла о модернизации инженерной инфраструктуры в городах и поселках нашей страны и государственной поддержки ЖКХ. Развитие страны невозможно без хороших дорог на местах, сказал Мурат Хуснуллин. Брянская область названа вице-премьером в числе лидеров по темпам модернизации дорожной инфраструктуры. Сегодня, знаете, у нас знаковое событие в Брянске. Например, сегодня открыли дорогу, так называемая Брянск-1, Брянск-2. 40 лет жители просили эту дорогу. У нас в преддверии победы над немецко-фашистскими захватчиками. И вот сегодня были за счет дополнительно выделенных денег. Эта дорога, в прошлом году выделили деньги, была построена с опережением на один год. И первыми, кто по этой дороге, проехали ветераны.